Электрощитовую. Она что-то там дернула. Суть по звуку. Ну фиг его знает. Темно здесь очень сильно. Воу-воу-воу! В смысле, что я сделал-то? На меня Кэнди напал, я же думал, я с двух. Эй, друзья, всем море привет, всем богашечек Нептун, это я, и это рубрика FNAF Fun Игры. Значит, сегодня поиграем в игрушку 5 ночей с Кэнди 2D. Ну, наверное, все знают эту замечательную FNAF-пародию про Кэнди. Там уже 3 части, один ремастер, и все ждут вот 4-ю часть, она все никак не может выйти. Поэтому фанаты, ну и вообще все, кому нравится эта тема с Кэнди, делают свои собственные игры, посвященные этим аниматроникам. И вот вам такая игрушка. Кстати, это игра от создателя 5 этажей с Фредди. Помните, я ее приходил на канале? Она была немножко кривоватая, возможно, поэтому в данный момент разработчик выпилил с Game Jolt'а свою игрушку 5 этажей с Фредди. Возможно, он ее допиливает, рано или поздно он заново ее опубликует. Но вот сегодня поиграем в другой его проект 5 ночей с Кэнди 2D. Тут есть еще русский язык. За что огромная благодарность разработчику. Люблю, когда нормальный есть русский язык. А то некоторые разработчики, знаете, забивают на русскоязычные, ну, на русскоязычные FNAF-комьюнити, при этом они из России, но почему-то делают FNAF-пародии, рассчитанные на туда, на запад, да, на английский язык. А мы что? Мы же играем, я же снимаю ваши FNAF-пародии, я стараюсь популяризировать FNAF-комьюнити, именно российское. Так сделайте, разработчики, русский язык тоже, чтобы можно было включать. Вот как здесь, включил и поехали. В общем, друзья, давайте посмотрим, что же это за игра. Та-дам! Кэнди ждет меня. Так. Поход дела, я перехвалил разработчика. Что значит Мэри Шмидт? I'm so good. А где русский язык? Я же выбрал его. И очень хорошо. Так, вот. English я не одобряю, я ставил русский. А вот мелодию я одобряю. Это очень приятная ламповая Undertale. Такая прям ностальгия. Мое имя Мэри Шмидт. Я люблю ставить многоточие. Ресторан был открыт. Фредди Фазбер Пицца. И я направляюсь туда. И потому что это, я помню, мой кошмар. А, то есть героиня видела какой-то кошмар. И сейчас мы проигрываем как бы кошмар в своей голове. Судя по всему, это кафешка из FNAF 2. Окей. Подбежать? Что делать? Туалеты, да. Место охранника? Эй! Тут типа нельзя пройти. Возможно, нужно идти вниз. А, там марионетка, смотрите. Привет, марионетка. Тебя завести? Оу, мне нравится мне это. Уйди. Я всего лишь хотел тебя завести, ну камон. Ошибка, проблема, твоя ошибка. Твоя проблема. Такие были надписи там, на экране. После этого я hated. I hate, hate, ненависть, да? Я возненавидел. Фредди Фазбер Пицца. Но спасибо... Господи, потому что банкрюпти. Не знаю, что такое банкрюпти. Эта пиццерия была закрыта, но я нуждаюсь в деньгах, чтобы платить за хеусинг. Ну, видимо, съем жилья, да? И, к моему счастью, я нашла работу. В Candy Burger and Fries. То есть, ресторанчик Candy, да? Ночной охранник, все дела. Я собираюсь там работать ночным охранником. Вот такая вот кратенькая история нашей героини. Мы играем за девушку, я так понимаю, да? Все, мы пришли. Да, реально, смотрите, это ресторанчик из Кэнди 2. Ну, в смысле, 2D. То есть обычный ресторанчик из Кэнди, только в формате 2D. Это Блэм. Я помню его. Тут еще все были, помните, столы в карандашах и ручках, и всего Блэма изрисовали. Дети. На сцене стоит Кэнди и Синди. Вроде бы. Я постоянно путаю названия Синди и Сидни. По-моему, Синди. Все-таки правильно. Игрушки там наверху вроде как. Я вот, честно, постоянно их путаю. Это либо Shadow Candy, либо Old Candy. По-моему, это Old Candy, да? Еще был пингвин где-то. Еще крыса. Это секретный аниматроник, который, по идее, появляется только на 5-й, что ли, на 6-й ночи. Ну,
Такие дела. Моя задача — прийти в будку охранника. Это сюда. О, нет. Свет погас. Зашибенно. Здесь очень страшно без света. А, ничего страшного. Мне нужно всего лишь пойти в комнату с запчастями. Короче, найти электрощиток, да? И починить. Не паниковать. Просто найти фонарик и так далее. Ага. А вот фонарик же, нет? Вот, на столе фонарик. Камон. А чё он не хочет брать его? На Enter или куда? На Z не работает. Говорит, фонарик просто найти. Фонарик лежит у нее на столе. Она его брать не хочет. Так, электрощиток был, по-моему, там, где Old Candy, да? О, боже. Кэнди пробежал. Скорее всего, закрылся за красной дверью. Я до сих пор не нашел фонарик, зато нашел электрощитовую. Она что-то там дернула. Судя по звуку. Ну, фиг его знает. Темно здесь очень сильно. Воу-воу-воу! В смысле, что я сделал-то? На меня Кэнди напал, я же думал, я сдох. Так, ран-бич на надпись наверху, видите? Надо срочно бежать в пиццерию, говорю, в этот, в будку охранника. Е. Так, это управление. Ку запереть, а, закрыть монитор, Е открыть монитор, G это ночное видение, Shift бег, на Z закрыть и открыть двери, и стрелочка — это управление, ну, передвижение. Якарный бабай, пора в школу, говорит нам пингвин. Это типа рубрика «Советы от пингвина», да? Ночь первая. Пингвин фигни не посоветует. Продолжаем выживать. Пока что неплохо. Так, вроде ничего не криво, все прекрасно работает. Фонгайчик вроде как. Как тебя замутить? Прикольная погода, смотрите, идет дождь. Так, все лампово и приятно. Запираю двери на Z. Ага. А свет тут предусмотрен, нет, с системой? А, еще окно, по-моему, посередине. Сюда, по идее, должен Блэм бежать, и нужно вовремя запирать окно. На Е это камера, да? Так, подожди, а как начну включить? На G, ну у меня G не работает. Нажимаю на G, вот кликаю, ничего. Так, он говорит, кликни. Так я нажимаю на G, не работает. Может, раскладку переключить? Нет. Зашибенно, у меня не работает. Только сказал, что все нормально работает, ничего не багует. И вот вам нате, разработчик, что за дела? Вот. Нажимаю на G, ничего не работает. Теперь я вообще застрял. Ну, то есть я... Нажимаю на стрелки, он не уходит. Черт, подери, серьезно, я... Я не знаю, это какая-то карма, что ли, у игры нехорошая. Так, двойным нажатием, да? Я вот два раза нажал. А чего вы молчали-то? Заперто. Почему в самом начале на обучающем этом экране, да, с клавишами было G? Вот нажать нужно на G. Это максимально странно. Почему так получилось, не знаю. Но реально двойное нажатие. По-моему, в оригинальном... ну, в оригинальной игре про Кэнди тоже вроде как двойное нажатие. Но здесь-то меня эта вывеска тупая сбила с толку. Да если честно, забыл про двойное нажатие. Это чтобы, видимо, лишний раз толк не тратить, да? Ну, в общем, как-то так это все выглядит. Правая дверь мне пока заперта, потому что я смотрю, а мартышка побежала. И она, кстати, не издает звуков. Чтобы вы понимали. Она идет, она плавно подходит ко мне. Мартышка, сейчас будет около 6-й камеры. И пора, я думаю, идти запирать двери. Вон, видите, стоит, глаза белые. Когда глаза белые пропадут, возможно, мартышка уйдет. Все, она исчезла. Все, нет больше мартышки, нету. Мерзкой мартышки. Кэнди вроде тоже нет, поэтому можно... Вот, точнее, Синди. Кэнди же пока что еще не активны.
Ой, что? Я заговариваюсь, друзья. Когда, знаете, когда постоянно говоришь без перерыва, и очень много мыслей в голове, очень часто мы заговариваемся, ну, имею в виду тех, кто снимает контент, контентушку. Поэтому очень часто может быть такое, что на Кэнди я говорю Синди, а на Синди я говорю Кэнди. И так далее. Так, а, это уже Кэнди пошел, окей. Ой, это и пингвин пошел. Пингвинчик. Так. Фух, успел. Успел. Потому что он давно же клюв начал просовывать. Обломился пингвинчика, обломился пингвинчик. Так. А он ушел или нет? Подождите. По правой стороне чистенько. Сейчас Кэнди, получается, придет. Да, вот и подходит к двери. Воу! В смысле? Эй! А, я понял. У меня, походу, дело... Энергия двери кончилась. Вы сдаетесь, да или нет? БГГ! Нет, конечно, продолжаем. Да, кстати, друзья, это вторая ночь уже. То есть я уже досидел до второй ночи, но... Ну, я думал, что может свет появится, нет. Я разобрался только вот во второй ночи с этим светом. Ну ладно. Давайте. Поэтому активен пингвин и обезьяны. На первой-то ночи только Кэнди и Синди. А еще нужно про Блэма не забывать. Я вот не помню, на второй ночи Блэм активен или же нет. И как здесь смотреть на его стадии? В игре в оригинале можно было видеть его приближенно немножко, да? И видеть его стадии. Так. А обезьянка, по-моему, вот за этой ширмочкой, да, сидит? Насколько я помню. Поэтому смотрим здесь и здесь пока что. Наибольшую активность. Пингвин не помню, откуда идет. Вот честно, насчет пингвина вообще не помню. Или здесь пингвины, обезьяны где? Без понятия. Чё-то я сейчас не въехал. Откуда она там взялась? Тут же был Кэнди, я Кэнди прогнал, она просто телепортировалась туда, что ли, к двери. Это максимально странно. А, нет, она за ним, видите, она следом за ним побежала. Причем довольно быстро. Поэтому я ее профукал. Бам, все, откатились оба. Так, обезьяны нету? А, нет, обезьяна пошла. Она бесшумно просто идет, ты обезьяна наглая. Очень наглая обезьяна. Я наглее обезьян вообще не видел. Самый наглый обезьян только в этой игре. Только здесь наглые обезьяночки. Так, пингвин тут нет, пока никто не идет с правой стороны. Значит, будем мониторить левый коридорчик. Вот она. Обезьянка, запираем. Вот глаза, сейчас глаза пропадут и... Можно смело открывать. Все. По идее, правильно? Правильно, правильно, правильно. Так, пингвина нет. Черт, я реально не помню, откуда начинает свое движение пингвинчик. Так, а что это он здесь делает? Подожди. Я мониторил все... Да чё за фигня? Я его вообще не видел на камерах. Я все камеры щелкал в поисках пингвина. Я серьезно говорю, я все камеры отщелкал. Вот когда обезьяну прогнал потом, ну, до этого вот Кэнди, Синди. Я потом всю камеру щелкал, потому что я помню, что должен прийти пингвин. Я все прощелкал, его тупо не было. И он внезапно оказался вот сейчас у меня в офисе. Он чуть телепортировался опять. Окей, может пингвин вместе с обезьяной... Придет. Ну вот смотрите, никого нет, да? Открываем камеру, смотрим. С правой стороны пусто. В левой стороне подходит обезьяна. С правой пусто. Пусто, пусто. Никакого пингвина я не вижу. Окей, давайте закроем левую дверь от мартышки. Хотя она там уже стояла, подождите. А кто, это чьи глаза? Что-то я не въехал. Там уже чьи-то глаза стояли, при этом мартышка приходила. Ну видно, что она там потом подошла. Может, там был пингвин? Может, его на камерах не видно? Я не знаю. Как это еще объяснить?
Ну вот, опять же, никого. Кэнди пошел, окей. Я пингвина ищу, пингвина нет, пингвина нет. Может, по глазам нужно ориентироваться? То есть, его не видно на камерах? Может быть, такое... Но я же его заметил на камере. Серьезно? Вон что-то стоит, смотрите. Опа! Вот это, по-моему, есть пингвин, да? Да, это пингвин был. А какого хрена тогда, подождите? Я его видел на камере. А, Кэнди пошел по левой стороне, понятно. Не, серьезно говорю, я его видел на камере. Я не стал бы вам врать. Так, пусть пока левая дверь будет заперта. Там Кэнди подходит, по правой стороне все нормально. А, Синди пошла. Ну, разогналась, смотрите на нее. Кэнди откатился, можно двери, по идее, отпирать. Да? Правильно же, правильно? Правильно. Чтобы они не тратили лишнюю электроэнергию. Так, теперь тебя забираем, чтобы Кэнди не тронула меня. Так, никого. Кэнди откатилась. Так. Где? Закрыть. Открыть планшет, закрыть. Алло? А почему я не могу закрыть планшет? Алло? Мне... Ей и Купер стали работать. Ну, то есть... Я не могу убрать планшет, ну камон, ну разработчик. Что ж ты кайф-то такой портишь там мне? Вот смотрите, я нажимаю, даже свет не могу выключить. У меня какой-то баг произошел. По-моему, это реально баг. Вот смотрите, ну что это? Что это такое? Как это назвать? Что это? Что это? Это баг или это фича? О, двери открылись. Ладно, хорошо. Заныкимся сюда. Обезьянка идет. Так, тихо. Сейчас мы ее все равно закроем и не пустим. Шмык. Может, с таким багом все-таки пройду ночь? Давайте проверим. Нет. Пришел Кэнди, меня грохнул. Давайте, я сдаюсь. Жрите меня, или что там происходит? А, это крыса пришла. Все. Такие дела, друзья. Знаете, игрушка на самом деле интересная. То есть, в отличие от 5 этажей из Фредди, здесь хотя бы все продумано, вроде как работает. Ну, в кавычках, да? Играть интересно. Но баги, которых было немало здесь... и вот последний баг, вот, если честно, он у меня... Отбил все желание приходить. Но игрушка хорошая. Я не понимаю, почему разработчик не допиливает. Последние обновления были довольно давно. Неужели ему никто про эти баги не рассказывал? Неужели он сам лично не тестировал свою игру? По-моему, вот такой баг, когда ты застреваешь в планшете, он не такой уж и редкий, наверное. И уж точно он очень заметный. В общем, спасибо за внимание, друзья. Ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Все ссылочки найдете в описании. Ровно как и ссылку на эту игрушку для скачки. Всем пока-пока.